У меня появилась возможность работать в компании Yamato по должности электрик. На данный момент я паспортный виза-сервис для получения патента. И если все будет хорошо, через 5 рабочих дней я получу патент и начну работать в городе Свободы. Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации. Предприятие оказывает платные услуги как юридическим, так и физическим лицам. Согласно постановлению правительства Амурской области по 2014 года, Амурский филиал является единственной уполномоченной организацией по выдаче патентов иностранным гражданам на территории Амурской области. Патент – это разрешение на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации для иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы. Документ необходим каждому иностранному гражданину, который планирует легально осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Патент на работу потребуется гражданам таких стран, как, например, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Филиал готов оказать услуги работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, в заполнении бланка уведомления о заключении или прекращении трудового договора с иностранным гражданином, а также передать подготовленное уведомление заявителю. Филиал также является уполномоченной организацией при оказании услуг по проведению обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования. Получателями данной услуги являются иностранные граждане, которые прибыли как с целью работы в Российской Федерации, так и в иных целях, не связанных с работой. Наш филиал готов оказать содействие при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство. На основании агентских договоров мы готовы оказать содействие иностранным гражданам при получении полиса добровольного медицинского страхования, а также при получении свидетельства о владении русским языком и нотариальное заверение паспорта иностранного гражданина. Наше предприятие постоянно усовершенствует уровень оказания услуг. Амурский филиал также не стоит на месте. Так, в скором времени у нас будет введена услуга СМС-оповещения, и тогда иностранный гражданин сможет своевременно узнать, когда ему получать патент. Наше программное оборудование настолько совершенно, что позволяет полностью автоматизировать процесс приема и передачи документов иностранного гражданина. Необходимо отметить содействие, которое филиалу оказывает Управление по вопросам миграции УМВД России по Амурской области. Так, благодаря четкой и слаженной работе сотрудников УВМ и инспекторов филиала, мы можем предложить работодателям, занятым в проектах, реализуемых на территории Свободнинского района Амурской области, прием и выдачу документов в нашем подразделении в городе Свободный.